Инновационный проект «Які немає аналогу у Беларуси» – именно так можно назвать систему электронной регистратуры, которая сейчас укореняется у медицинских установок Гомельской области. Идея належить администрации областной клинической больницы. Необходимые сроки выдаткованы из областного инновационного фонда. В одну информационную систему будут объединены 82 медицинские установы. От всех центральных районов и гомельских городских поликлиник до буйных амбулаторий, что позволит врачам на местах оперативно звертаться за допомогой до специалистов областной установы. В электронном формате формируется направление. К электронному этому направлению прикрепляются проведенные на этапе территориальной поликлиники либо районной больницы обследование, лабораторное, инструментальное, проведенное лечение, поскольку это очень важный элемент в консультировании для того, чтобы не повторяться, для того, чтобы оценить эффективность проведенного обследования лечения и предложить пациенту при необходимости другие схемы лечения, уточнение диагноза. Что тычется пациента, то он отримает специальный штрих-код, по яким уже у Гомеля трапить до конкретных врача. В этом месяце в областной поликлинице установили специальное обсталевание. Правда, у людей сталого возраста корыстание им, покуль выкликая певные тяжкости, на допомогу приходит администратор-консультант. Если человек приезжает из деревни, вопросов очень много. Практически подходишь и пока ввожу все сама. Но уже к концу как бы ввода и получает, когда он талон и видит, что он может за несколько минут получить этот талон, совершенно не стоя в этой очереди. Сегодня в областной поликлинице допомогу дорослым и детям оказывают врачи примерно 30 специальностей, шерох из которых относится до категории узких и больше нигде в Гомельской области не представлены. При этом проектом предусматривается не только обмен электронными документами, но и особистая консультация медиков. Своевременно переданная информация о пациенте позволит врачу первичного звена по месту жительства в территориальной поликлинике вовремя сориентироваться, правильно назначить рекомендованное лечение, оценить эффект и в случае необходимости связаться со специалистом в областном учреждении, который оказывает специализированную квалифицированную медицинскую помощь третьего уровня. Для того, как система электронной регистратуры працавала без сбоев, во всех кабинетах областной поликлиники установили компьютеры, а врачи прошли отповедную подрихтовку. В принципе, до полномасштабной работы они готовы приступить хоть зараз, але укоренение системы потребует певного часу по техничных причинах. Зараз система электронной регистратуры находится в режиме пусконаладочных работ. Как чекается у полном объеме, она начнет працавать у другой половине этого года. Причем распрацовщики обещают самый высокий уровень обороны. Никто, апрача у врача, никакой информации о пациенте доведаться не повинен. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».